канале Таня Смайл. И сегодня, ребята, я задумалась о гомункуле, а точнее его появлении. Я видела много роликов на ютубе о выращивании гомункуля и решила проверить, правда это или ложь. Для этого эксперимента я подготовила свежее яйцо из-под курицы. Это важно, чтобы яйцо было свежее, а не из магазина. Спирт, инкубатор, в котором будет лежать наше яйцо 30 суток. Шприц с кровью. Давайте начнем эксперимент. Для начала я должна обработать руки. Все, ребята, должно быть стерильно. Обрабатываю яйцо. Теперь я беру шприц, открываю и делаю отверстие. Отлично. Чуть-чуть оттуда вытекает белок, его надо брать ваткой. Заклеиваем скотчем. Теперь убираем наше яйцо в инкубатор на 30 суток. Ну что ж, ребята, вроде бы первая часть эксперимента прошла удачно. Нам остается ждать только 30 суток. Увидимся скоро. Итак, друзья, уже прошло 30 суток. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ой, какой неприятный запах пошел. Посмотрите, ребята, тут какая-то слизь потекла. Она такая липкая. Давайте разобьем яйцо. Что-то мне страшно, давайте я позову помощь мамы. Мам, помоги мне, пожалуйста. Что это такое? Ничего себе, Танюш, смотри, что у нас получилось невероятно. Ничего себе. Это да. Надо дальше смотреть, что же будет. Наверное, возьмем инструменты. Буду рассматривать. Так, Танюш, давай, наверное, уберем скорлупу и будем дальше смотреть, что. Ужасно, смотри, оно шевелится. Подожди, подожди, что-то страшное. Ужас какой, кошмар. Подожди. Реально дышит, смотри. Боже, как это страшно. Это реально существует. Зарождается эта тема. Вылазит.
какая мерзость. Тут такая вонь идет от этого гомункула. И дышит. Вдруг оно сейчас нападет. Держи. Ты что мы сразу убьем? Что теперь с ним делать будем? Я не знаю. Только денег. Он живой? В банку может его положить. Нет, мы его сдадим в лабораторию. Что мы вырастили такого гомункула. Посмотри, как отделяется глаза. О, нет. О, шевелится. Какие щупальца у него? Смотрю, у него столько ног. Голова, посмотри.